Yashodanandana, Braja Janaranjana. Yashodanandana, Braja Janaranjana. Yamanachiravanachari. Yamuna Chiravana Chari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Chiravana Chari. Yamuna Chiravana Chari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Jaya Jagana, Jaya Jagana, Jaya Balade, Jaya Subhadra. Jaya Jagana, Swami Jagana, Jaya Balade, Jaya Subhadra. Gauranitai, 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 Gauranitai. Nitai Gaurachandra, Nitai Gaurachandra, Nitai Gaurachandra, Nitai Gaurachandra. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Ki Sankirtanaya ki jaya, Srila Prabhupada ki jaya. Shrimad Bhagavatam Mala Purana ki jaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом агьяна тимираннасья агьянанджана шалакая. Чакшурун милитам яната смай шри гураве намаха шри чайтанья манопиштам стапидам яна бутале своям рупах кадамахьям дадати свападантикам Э Кришна Каруна Синху Динаванху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намустуте Тапта Канчина Гавранги Радхе Вриндаванешвари Вришабхану Сутадеви Пранамами Хари Прие Ванча Калпатрубища Крипа Синху Дева Чапатитанам Павнепи Вайшнавепи Намонамаха Нараяна Намаскритям, Нарамчевам, Нарутамам, Девим Сарасватим, Ясам, Татуджаям, Удирай, Нашта Праеша Бадришу, Нитям, Бхагавата Севая, Бхагавати Мутам Шлаке, Бхактир Бхавати, Найштиким, Мукам Короти Вачилам, Бангум Лангайта, Кирим, Яткрипа Тамахам, Ванде, Парамананда Мандавах, Ши Кришна Читания, Прабхунтинанда, Шедвайта Дат, Хращива Санигура Бхакта, Вринда, Гри Кришна, Гри Кришна, 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 Гри Гри, Гри Рам, Гри Рам, 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 Гри Гри. Шримад Бхагаватам, седьмая песня, глава четвертая, текст девятнадцатый. Хираньякашипу держит в страхе вселенную. Сайтхам нирджита какуб. Сайтхам нирджита какуб. Экарад вишаян приян. Экарад вишаян приян. Ядхопад жошам джунджано бунджано. Ядхопад жошам бунджано. Натри пад на три пят аджитендрия, на три пят аджитендрия. Thank you.
Шаян Приян. Сах он Хираньякашипу Идхам так Нирджита тот, кем покорены Какуп все направления Экарат единовластный правитель всей вселенной целой вселенной Вишаян материальные объекты чувств Параян доставляющий огромное удовольствие. Ятха упаджа шам. Насколько возможно. Гунджанага. Вкушающий. На. Не. Атрипьят. Удовлетворяющий. Аджита индрия. То чувство которого не обузданы. Комментарии, переводы комментариев Божественной милости Ачья Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Кинджа. Хотя Хираньякашипу подчинил своей власти все стороны света и мог сколько угодно предаваться желанным его сердцу наслаждениям, он не был удовлетворен, ибо вместо того, чтобы обуздать свои чувства, всегда оставался их слугой. Комментарий. Такое состояние очень характерно для асуров. Развиваясь в материальном отношении, атеист может обеспечить себе все условия для чувственных удовольствий. Но поскольку его чувства не обузданы, он, подчиненный их власти, никогда не обретает удовлетворения. Таков путь, по которому идет современное общество. Материалистичные люди прекрасно научились добывать много денег и наслаждаться общением с противоположным полом. Но при всем этом среди них царит неудовлетворенность, ибо человек не может быть счастлив и спокоен, если не развил в себе сознание Кришны. Люди могут придумывать себе сколько угодно материальных наслаждений, но до тех пор, пока они останутся слугами своих чувств, им не быть удовлетворенными. И пример Хираньякашипу – яркое тому подтверждение. Еще раз стих. Хотя Хираньякашипу подчинил своей власти все стороны света и мог сколько угодно предаваться желанным его сердцу наслаждениям, он не был удовлетворен, ибо вместо того, чтобы обуздать свои чувства, всегда оставался их слугой. Хари Кришна. Итак, история Хираньякашипу подробно описывает материальный успех. То есть, когда материалисты говорят, мы научим вас материальному успеху, какой-нибудь коучер или кто там еще, ну, какой-нибудь человек, который учит материальному успеху, то он должен понять, что его успех незначителен. Вот истинный обучающий материальному успеху – это Хираньякашипу. Он действительно достиг материального успеха. Он не просто наслаждал чувством, он наслаждал их, как хотел. Он захватил всю Вселенную. Полубоги ему подчинялись, даже Нарада и Тумбуру пели ему славу. Ну, конечно, по другим причинам, но так или иначе. То есть все его прославляли. Единственные три божества, которых он не подчинил, это Брахма, Вишну и Шива. Все остальные ему подчинялись. То есть вот материальный успех. И тем не менее, Шукадева Госвами говорит, что он не был удовлетворен. Вот почему он не был удовлетворен? Потому что материальные чувства дают не ощущение счастья, а впечатление. То есть у нас есть какие-то впечатления от
соединение объектов чувств с чувствами. И это проходит. То есть, когда закончилось чувственное наслаждение, мы поели, например, больше есть не хочется. Если есть дальше, начинаются сложности. Желудок начинает болеть, пока, конечно, не растянется окончательно. Вот, то есть, у материальных чувств есть ограничения. Поэтому живое существо испытывает какое-то материальное счастье и потом теряет его. А мы хотим его испытывать постоянно. Поэтому обычно люди меняют. Поели, поспали, сексом позанимались, посмотрели развлечения, поохотились, позащищались, опять поели, поспали. То есть смена. Иначе одним и тем же невозможно заниматься. Все время спать невозможно, все время есть невозможно. Ну и все остальное тоже все время невозможно. То есть нужно менять чувственное наслаждение. Поэтому блаженства как такового нет. Есть постоянная погоня за новыми впечатлениями в материальном мире. Поэтому Хираньякашипу достиг всего, он догнал все, что можно было догнать в материальном мире. Все, гуру успеха материального. Вот. Ну как он это сделал? Все думают, надо просто, непонятно, что делать, аскезу надо совершать. То есть Хираньякашипу совершил великую аскезу. Но Бхагавадгита Кришна описывает, что это аскеза гуни невежества. Он объясняет, что такое аскеза гуни невежества. Это противоречащее священным писаниям, совершаемое ради того, чтобы причинить страдания другим, причиняя страдания собственному телу и беспокоя параматму внутри. То есть Господь находится внутри каждого, и Он не желает, чтобы мы мучили себя. Вот поэтому по всем определениям аскеза Хираньякашипу была в невежестве. В страсти, когда человек совершает аскезу, то его аскеза короткая. То есть он какое-то время совершает аскезу и потом бросает, потому что достиг. Ну, она могла быть, у Хираньякашипу можно посчитать, что она также и в страсти, в невежестве, но точно не в благости, потому что она не соответствовала священным писаниям. В рамках священных писаний человек совершает аскезу, следуя указаниям Всевышнего. Хираньякашипу следовал собственным желаниям, поставил собственные цели, отличные от целей Господа. Ну и можем сказать, а нам-то какая разница, мы не склонны к чувственным наслаждениям, стих вообще к нам не относится, это все исключительно к асурам. Вот. И да, так и есть, преданные это суры, божественные. Вот. Но пока мы движемся по пути к божественности, некая не совсем божественная природа может проявляться в нашем сознании. То, что Мадхури Кадамбини описывается как Таранга Рангини. То есть, когда мы можем привлечься наслаждениями, которые сплавать на поверхности преданного служения, привлечься наслаждениями, которые дает практика преданного служения в виде богатства. В виде некоего богатства, в виде славы, почести, то есть получать тонкие сексуальные наслаждения. Человек может ограничиваться от грубых, но при этом жаждать тонких наслаждений. То есть жажда выделиться, славы, почести, то есть объяснить всем, что я очень старший преданный. Представьте, сколько я уже практикую, и это как бы статус сразу. Человек пытается поставить статус. Я вот такой вот, я особенный. Вы же все не так долго практикуете, правильно? Ну, значит, кто из нас достиг совершенства? Я сделал вот это, я сделал это. Вот, и человеку кажется, что он действительно много сделал. Ну, в своем уме. Все это потому, что мы так или иначе хотим наслаждаться. Но нужно вспомнить, сколько сделал наш духовный учитель. И после того, как мы вспоминаем, как много сделал наш духовный учитель, наши претензии на то, что мы великие, сразу же уменьшаются.
И материалисты тоже могут очень сильно гордиться своими достижениями. Но им нужно вспомнить, что сделал Хиранья-Кашипу. И тогда их тоже гордыня уменьшится. Потому что Хиранья-Кашипу сделал невозможное. Как Брама говорит, ты сделал невозможное. Даже великие мудрецы и полубоги не могли так, такую аскезу совершить. До тебя никто такое не совершил. И после тебя никто уже не сможет это сделать. Вот, так что даже с материальной точки зрения у материалистов есть оригинал совершенства Хиранья-Кашипу. Вот. Ачарья, да. Как Прабхупада в комментарии к читанию Чаритамриты пишет, что некоторые считают махаджанами Хиранья-Кашипу, Хираньякшу, Равану и так далее. Да. То есть они действительно великие личности. С материальной точки зрения достигли очень многого. Вот. Так что если у нас материальное желание, то вот есть на кого ориентироваться. Если духовное желание, то у нас есть ориентир Рагхунат Дас Госвами, да, то есть это Прайоджана Ачарья. Вот, и мы видим, как он, насколько он был отречен от материального мира и насколько он был погружен в любовь к Богу. А то есть он, когда жил на Радхакунде, он все время плакал и катался в пыли. Поэтому тело было серым. Не прекращая рыдал, и все время катался в пыли Радхакунды. Ну и также мы помним, как он, живя еще в Джаганнатхапуре, постепенно отрекался от даже тех небольших возможностей, которые предоставляло его положение. Он был сыном богатых родителей, и родители какое-то время, год или больше, или несколько лет, я не вспомню точное время, они давали ему деньги, и он на эти деньги кормил преданных. Но потом он решил, что это зависимость, и перестал брать у них деньги. Потом он стоял, когда выносили Махапрасад, и стоял, может быть, ну, дадут, да, то есть возле храма Джаганатки. Потом почувствовал, что это плохо. Потому что он почувствовал, что он привязывается, он смотрит на людей и думает, может этот даст еды. Вот. И от этого отказался. И в конечном итоге он собирал рис, который коровы уже даже не ели. Он, ну, то есть там был запах такой, что, ну, в общем, даже коровы не хотели есть. Промывал водой, там почти ничего не оставалось, и вот это ел. И Господь Чайтанья приходил к нему и говорил, ты от меня прячешь нектар. Да, я слышал, что ты пируешь, да. То есть вот это пир, и это пир отречения. То есть это пир, когда живое существо не хочет зависеть от материального мира, но хочет зависеть от Кришны, от чувственных наслаждений. Это, ну, сложно, то есть, собственно, слава Богу, нам не предлагают такой рис, вот. И нам не приходится его промывать, нас хорошо кормят. Но у нас есть много других вариантов чувственных наслаждений, которыми можем привлечься. Вот поэтому нужно помнить стандарт Рагхунат Дас Госвами и другой стандарт Хиранья-Кашипу, для того, чтобы понимать, куда мы идем. Харе Кришна. Может быть, какие-то мысли, обсуждения, вопросы и так далее. Ну, что я могу хорошего сказать? Тут много старших преданных, и общение более интересно, чем монолог. Тут говорится в стихе, что вместо того, чтобы обуздывать чувства, вот вы говорили о впечатлениях. Какие впечатления человек получает, обуздывая чувства? Может ли, я сразу несколько вопросов. И испытывает ли человек счастье, обуздывая чувства, если мы знаем, что обуздывать чувства – это аскеза, которая там приходится чем-то жертвовать. И ради чего нужно обуздывать чувства? Три
счастье Кришна описывает в Бхагавад-гите. Ну, все четыре, конечно, но три нам доступны легко для понимания. Это счастье в гуне страсти, благости и невежества. И вот в благости человек ограничивает свои чувства. Вначале яд, потом нектар. И нельзя объяснить человеку, что это за нектар, пока он не испробовал этот яд. То есть пока человек действительно не ограничивал свои чувства, он не может понять, каков нектар после их ограничения. То есть, например, мы постились, получаем нектар. Харихирани Кашипу, он строго следовал этому, он совершал аскезу, а потом начал наслаждаться. Ну, потому что это аскеза, аскеза опять же в трех гунах. Его аскеза была в страсти и невежестве. То есть он поставил себе ложные цели и действовал вопреки священным писаниям. Мучил свое тело, настолько мучил, что полубоги тоже начали мучиться, потому что все в этой вселенной завязаны. Вот, и они обратились к Брахме, чтобы он все-таки остановил вот этот кошмар. Там и огонь из головы вырывался, и в общем всем жарко было, и дым шел. Вот, то есть очень нехорошая аскеза. Вот. То есть три гуны, счастье в трех гунах. В гуне страсти человек соединяет чувства с объектами и думает, вот это и есть счастье. Он не может понять, что за счастье, когда чувства оторваны от объектов. Вот. В соответствии со священными писаниями, опять же. Вот. И в гуне невежества нет счастья, то человек все время страдает. Он все время недоволен жизнью, все время в депрессии, все время тело страдает, ум страдает. То есть это невежество. А в гуне страсти активные люди, они, да-да-да, мы добьемся. Мы все-таки, мы непростые, мы добьемся. А в гуне благости человек понимает, что если следовать священным писаниям, то счастье будет, но другое. Вот. И это счастье от того, что в конечном итоге Бог доволен. То есть Кришна говорит, что он тот, кто получает все яги. То есть всю жертву, которую мы совершаем, получает он. И если он доволен, то живое существо испытывает вот это внутреннее счастье после совершения аскезы. То есть все зависит от Бога в конечном итоге. В любом случае, какое бы там счастье ни было, все равно конечный итог, вернее, как достигать счастья, способ, все равно конечный итог – наслаждаться. Конечный итог… Хоть в гуне благости, хоть в гуне невежества, хоть в гуне страсти. Да, да, все равно наслаждение. Только в гуне… То есть цели в гуне благости – человек хочет очиститься от грехов и так стать счастливым. То есть схема такая – в гуне страсти человек… Быстро-быстро хватает все, что лежит, ну, рядом, и наслаждается этим. А в гуне благости он понимает, что нужно отказаться от греха, и тогда счастье станет естественным. Хорошо. Ради чего мы? Ради чего мы? Совершаем аскезы. Или вот после слова «мы»… Обуздываем чувства. После слова «мы» я как бы теряюсь, что ответить, потому что ну, мы очень сложное существо. Преданные. Преданные, да. И преданные тоже очень сложные существа, потому что Господь Капила в Бхагаватам объясняет, существует 64 формы преданного служения в гунах материальной природы. То есть мы, пока мы не вышли из-за гуны материальной природы, наши мотивы все равно могут быть обусловлены либо невежеством, страстью или благостью. Вот, поэтому мы – это сложно. Но цель чистого преданного – это удовлетворить верховную личность Бога. Без собственных, даже без желания освободиться от грехов. То есть желание освободиться от грехов в рамках чистого преданного служения – это уже осквернение. То есть чистый преданный желает просто служить Кришне. В гуне благости человек хочет освободиться от грехов. Если, ну, то есть преданный в гуне благости, у него есть мотивация еще освободиться от грехов. Преданный в гуне страсти, у него есть мотивация получить плоды счастья, материального счастья от процесса преданного служения. Вот. А в гуне невежества он считает себя самым лучшим, единственным преданным, и таким образом причиняет страдания другим, не замечая существования вообще других живых существ. То есть в гуне невежества человек сконцентрирован на себе. Я. Вот есть Бог, есть я, мы с ним, я ему поклоняюсь, ну и там
а все остальные, они мне просто вот, либо они мне служат, либо мешают. То есть у него нет возможности взаимодействовать. Не хочет. А зачем? Все хорошо. Я и Бог. У нас все нормально. Зачем вы мне все? То есть вот этот человек невежественно практикует. Канистра называется. Да? Ну, я. И естественно, человек в этом невежестве, он должен свое «я» сильно демонстрировать. Да? То есть он должен «я», смотрите, «я». Вы должны понять, что «я» преданный. Да, только это, вот этот как раз человек в невежестве. Но преданный никогда не хочет, чтобы его прославляли или ему служили. Преданный хочет сам служить. Идея преданного служения, что мы слуги. Когда преданный, ну если задать вопрос, преданный, вы хотите, чтобы вам служили? Обычно преданный так как-то нет. Ну, я, наверное, я бы лучше сам служил. Да? Вот. А если другое настроение, что да, мы хотим, чтобы нам служили, мы хотим, чтобы о нас заботились, мы хотим, чтобы все было для нас. Ну, тогда надо расти еще. Потому что если каждый служит, вот смотрите, если каждый будет иметь умонастроение служения, вопрос о необходимости заботы о ком-то исчезнет. Но если каждый будет думать, обо мне плохо заботиться, нужно заботиться о преданных, а кто преданный? Я. Значит, обо мне нужно заботиться. То все остановится. Каждый будет думать, что о нем должны позаботиться. Кто-то придет и позаботится. Да? Мукунда Гаурана. То есть, если каждый служит, вопрос о заботе исчезает. Сразу же не станут все слугами, правильно? Поэтому нужно говорить об этом, чтобы, ну, чтобы доходило потихонечку, что мы слуги. Ну, к тому, что... Нужно делать это. Да. Вот Мукунда Гауранга делает, и все смотрят на него и думают, и я так хочу. А если кто-то только говорит, то это не работает. Я проводил, это ачар и прочар. Проводил опрос, большинство не хотят делать так, как я делаю. Не хотят, да? Не хотят. Вот, поэтому все делает Мукунда Гауранга Прабу, вот, и мы очень вдохновлены. Да. По сюжету, да. Хари Кришна. Когда давал лекцию Тарун Кришна Прабу, то задавался ему вопрос, на Тегора Чандра Прабу задавал вопрос, что в вопросе звучало, что когда Хираньякашипу совершал аскезы, то это доставляло всем неудобства большие. Да? Но, по-моему, там был ответ, что неудобств не было, это было просто полубоги волновались о мотивах Хираньякашипу. Или было все-таки? Огонь и дым, от него даже дым исходил, они задыхались полубоги. Все, что в этом, смотрите, у каждого в сердце присутствует Господь, все в этом мире взаимосвязано. То есть все, что мы делаем, это, ну как бы, мы, все живые существа являются частью тела Всевышнего. Иногда говорится, что частью тела Брахмы, частью тела Вселенной, частью тела Всевышнего. Вселенская форма, опять же. Для чего нам объясняет в Бхагаватам во второй песне эту вселенскую форму? Ну, потому что, ну, вот такая фантастика такая, да? Нет, потому что там говорится, что каждый является частью этой вселенской формы. А значит, от того, как мы действуем, влияет на всю атмосферу. Почему вот мудрецы собрались на Мишаране и решили совершить ягью для очищения, для того, чтобы остановить Кали-югу. Да. Можно подумать, чем они ее остановят, да? Ну что тут такого? А потому что когда они меняются в процессе яги, то все люди меняются. То есть, может быть, изменения не такие значительные, но меняются. То есть, пока санкиртана идет, все люди по чуть-чуть меняются. Может быть, не так явно, то есть Мукунда Гауранга регулярно ходит на харинамы, и у нас толп нету людей, да, они меняются, но по чуть-чуть, потому что, ну, там менять и менять, пошагово, по чуть-чуть, мы тоже в духовной жизни сразу не меняемся, у нас, конечно, первое это Утсагамая, мы пришли, мы думаем, все, совершенство, все, я уже почти совершенен, у меня все хорошо, но потом начинается реальность,
То есть то падение, то подъемы, то у нас нет сил практиковать, то мы не можем контролировать чувства, то мы с ними сражаемся. Ну, то есть все эти шесть видов анишчита баджана крии. Вот, то есть, но люди меняются, и мы меняемся. Если бы мы не менялись, вообще зачем мы этим занимаемся? Я хотел дополнить, что получается, вы сказали, что материальное счастье, да, он достиг успеха в материальном счастье. И вот оно заключается в том, что эти люди, они не могут насладиться. Одни чувства наслаждают, потом другие, потом третьи, и так по кругу, да, извращаются, и все заканчивается суицидом, я слышал. То есть, и почему же тогда сколько таких примеров, да, и даже вот мы узнаем, мы преданным узнаем эти примеры, что вот в этом материальном мире счастья нету. И мы все равно продолжаем есть пережеванное. Вот, ну, я поделюсь то, что я слышал от Прабхупады. Прабхупада сказал, что нам нужно создавать такие места, куда люди будут попадать на какое-то время. На какое-то время, чтобы пропитаться этой густой, чистой атмосферой, другой атмосферой, атмосферой духовного мира. И тогда они смогут. Вот, а если у человека нету такой возможности? Есть, тогда эта атмосфера выходит к нему в виде харинамы. То есть вот, ну, если харинама выходит, то люди как раз попадают в эту атмосферу, несмотря на то, что в храм их затянуть невозможно, а так они вот шли мимо и попали в эту атмосферу. Вот. А то, что счастье, опять же, почему мы так привязаны к материальному счастью, потому что когда мы подходим к гуне благости, материальные страдания практически исчезают, ну, уменьшаются значительно. Но если не идти дальше, то есть не развивать преданность, то уже хорошо. Ну, то есть человек думает, да вообще-то хорошо. Вот я просто буду следовать законам Бога, у меня все будет хорошо. Ну зачем мне вот эта вся эта безраздельная преданность? Зачем мне вот это все рыдание по Богу? Ну можно же здесь остаться, ну вот, по правилам. И будет все хорошо. То есть в гуне благости счастье значительное по сравнению с остальными. Почему, ну, обычно люди так рвутся в какую-то религию? Потому что они загнали себя уже в невежество до такой степени, что страдание за страданием. Подам я и подам на тэшем. То есть у них страдание за страданием. Они говорят, может из этого выход есть. Ну пойду как к Богу. А когда человек приходит к Богу, страдания начинают уменьшаться. В какой-то момент он смотрит, да как-то нормально, и еда хорошая, и люди добрые, еще и работать сильно не надо, и деньги дают, и, ну, в общем, зачем ко мне этот духовный мир? Мне тут хорошо, нас и тут неплохо кормят. Вот, и теряется вот этот ориентир. И тогда вот начинается то, что, ну, киртаны нам не интересны, лекции нам не интересны. Нам просто интересно, чтобы вот находиться в каком-то положении и подкармливаться от всего этого. И, ну, и, в общем, как-то держаться вот на плаву этой, приблизительно где-то чуть-чуть, чтобы гуны благости было, тогда хорошо. Но материальный мир так не работает. Приходят демоны, что-то у нас отбирают, нас обижают, мы опять попадаем в гуну невежества, опять страдаем и так далее. То есть материальный мир, даже полубоги не могут бесконечно, ну, то есть бесконтрольно наслаждаться. Да. Приходят демоны и мешают. Ну, вопрос. Харе Кришна, вы говорили, что чистые преданные, они не, ну, хотят служить Господу, да, и не хотят даже избавиться от грехов, ну, от греховных поступков. Вот вопрос, у них остаются греховные какие-то поступки, ну, вот, или как это понимать? Нет, не остаются. Харидас Такур говорит, что просто произнеся один раз намабхас, человек получает освобождение. Освобождение от грехов. Вот, поэтому не остаются. Вот. Но само желание освободиться от грехов, это концепция гуны благости.
то есть наслаждающегося. Грехи мешают наслаждаться, быть счастливым. Не так наслаждаться, как гони страсть, а просто быть счастливым мешают грехи. То есть вот люди не могут стать счастливыми. Они говорят, все хорошо, ну вот, ну все нормально, да, то есть все есть, а счастья внутреннего нет. Поэтому им надо что-то либо делать, то есть они не поймут, их что-то движет, толкает изнутри, они не могут просто спокойно жить. И что-то толкает куда-то. Да? И вот это означает грехи. Нужно расплатиться за то, что совершил в прошлом. Поэтому человек постоянно пытается что-то сделать, чтобы расплатиться. И обычно, ну, ведическая культура объясняла. Совершай жертвоприношение. Благо неси. Да? То есть отдавай плоды своей деятельности на благое дело. Расплачивайся за прошлые грехи. Ну, так что, ну... Преданный занимается преданным служением. Вот у него нет никаких других целей. Вот в этом смысле. Но при этом он находится в гуне благости. Потому что не совершает грехов естественным образом. Некогда. Я к этому вопросу. Просто преданный, он еще находится в состоянии таком смирения. Его смирение проявляется в том, что он всегда ощущает, думает, что он нечистый преданный. Обязательно. И поэтому как бы, его цель, его в действиях, в практике заключается не в том, чтобы очиститься от грехов. Его цель заключается в том, чтобы служить Кришне. И да. Вот когда он чувствует, что он нечистый, допустим, или такое ощущение смирения проявляется в том, что он думает, что у меня нет любви к Кришне. Да. Я не чувствую ничего по отношению к Кришне. Да. И это результат того, что я совершил грехи, хотя у него их нет. Он думает, что это грехи прошлого, какие-то поступки, которые привели меня сюда, я ничего не испытываю по отношению к Кришне. Но на самом деле он просто... Это не цель его избавиться от грехов, а цель обрести любовь к Богу. Да, да. Что? Получается, его цель удовлетворить Кришну. И цель удовлетворить Кришну выше, чем своя личная. Да. То есть, если мы... Это предназначение каждого живого существа служить Кришне, удовлетворить Кришну, да? И само вот это желание, оно избавляет человека от грехов. То что такое грех? Это когда мы отклоняемся от цели. Когда мы забыли Но Бога. Когда мы вспоминаем цель, какая моя цель? Удовлетворить Кришну. То все, никаких грехов нету. В этот момент нет никаких грехов. Ну, и понятно, что он чувствует, то, что Тарун Кришна Прабху сказал. Это как платформа для того, чтобы в правильном настроении действовать. Потому что в противном случае получается гордость, да? Mm-hmm. Если я думаю, что я квалифицирован, что я то, я уже хороший инструмент, то... Да. Да. Спасибо. В этом смысле вот эти 9 уровней преданного служения, начиная со шрадхи, они называются уровнями чистого преданного служения. Почему? Потому что они могут быть уровнями чистого преданного служения, начиная со шрадхи, как только... Если живое существо приняло концепцию, что Бог является наслаждающимся, а я его наслаждаю, то оно сразу же начинает практиковать чистое преданное служение. Потом, конечно, мы можем об этом забыть и снова вспомнить, что это же наслаждающийся. И, соответственно, уже практиковав преданное служение чистое, мы вдруг снова начинаем смешанное практиковать. То есть, как только появляются тригуны и удовольствие в гунах, примешивается к преданному служению, мы начинаем практиковать смешанное. И тогда према-бхакти не получится. Вот. Но пока у нас вот эта единственная идея, чтобы Бог был доволен, ее не так просто сохранить. Это мы знаем. Да? То есть, ну, все будут проходить через вот это смешанное служение, когда есть собственное желание. Вот. Мы в материальном мире. Но если постоянно... Почему мы напоминаем каждый день? По утрам, по вечерам, постоянно напоминаем, чистое преданное служение, ради удовольствия Кришны, ради удовольствия Кришны, чтобы фокус сознания снова возвращался. То есть получается, что Хираньякашипу достиг всего, да, и он не был счастлив. И при этом все подчиненные тоже не были счастливы. Да, он их всех ругал. Да. Он достиг высочайшего материального успеха во всем. И он хотел, чтобы они наслаждались, но при этом они страдали, жили в страхе.
Вот. И в таком же положении находятся практически все правители этого мира. Практически все цари государств, они в таком же положении находятся. То есть они сами страдают из-за того, что они не понимают, что они душа, да, не знают, где выход. И держат в страхе и заставляют страдать своих подчиненных. Что ж тогда делать, получается, сейчас? Нам, как преданным. Преданные говорят, что нужно проповедовать. Харирнама и Кивалам. Нет другого метода. Интересно, что пока мы сами не станем счастливы от Харирнама, Эва Кивала, то мы тоже будем проявлять качество материалистов. Потому что нет другого пути. Либо путь чистого преданного служения, либо материалистические качества в разных гунах. То есть даже в гуне благости материалистические качества все равно некрасивые по сравнению с духовным миром, с качествами духовного мира. То есть здесь все некрасиво. С точки зрения духовного мира. Кришна говорит, что весь мир юдаль страдания от высшей планеты Брамы. Мы даже не себе не представить не можем, как Брама счастлив, по сравнению с нами. Да? Но Кришна говорит, это тоже страдание. Опять, с чем сравнивать? Поэтому все качества в материальном мире дурные, потому что они оторваны от Кришны. Но есть совсем дурные, а есть чуть-чуть дурные, то есть гуня благости. Как прекрасные молитвы, которые, когда был убит Хиранякашипу, то Индра возносит прекрасные молитвы. Он говорит, мой Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты убил этого Хиранякашипу, отобрал у него плоды жертвоприношения и отдал нам. Потом он вдруг опомнился и тут же говорит, конечно, эти плоды принадлежат Тебе, Тебе принадлежат. Но спасибо, что нам отдал. То есть все равно, хоть и гуна благости, но все равно вот эта примесь эгоизма остается. Имеется в виду, что говорится, что если мы знаем выход, да, и мы молчим, если мы не делим, понятно, что нужно очиститься, нужно стать святым. Если мы молчим, не делимся, то тогда мы несем тоже какую-то часть этой греховной кармы, конечно, этих правителей. Конечно. То есть получается, что выход один только Харинама Санкиртана, да, мы можем распространять через воспевание книги. Конечно, только это. То есть, но при этом два направления, в которых мы работаем. Это одно направление, мы распространяем сознание Кришны, а не менее важное направление, мы обретаем сознание Кришны. Потому что религия может превратиться в распространителей. Да, то есть все что-то распространяют, но никто так и не понял, что распространяют. То есть могут быть миллионы последователей, а люди не понимают, что практикуют. Могут практиковать карма Мишрабхакти, гьяна Мишрабхакти, или йога Мишрабхакти, и все. То есть мы должны знать вообще, что мы практикуем. Для этого наша практика должна быть такой, чтобы сознание Кришны проросло в нашем сердце. Тогда польза от нас будет больше. От нас не ожидается, что мы просто все это... Чтобы раздать, нужно... Тот, кто раздает, он получает одновременно. Но если человек не получает, то что он раздает? Нитянанди Прабху, мы приходим на склад, получаем, да? Да. И потом идем и распространяем. И пока несем это кому-то другому, да, мы в экстазе, потому что оно греет, понимаете, греет сердце. То есть человек должен и то делать, потому что можно переносить, но не любить это. То есть просто носителем быть по какой-то причине. Но не любить святое имя, не любить Бхагаватам, а просто разносить. Такой вопрос еще. Вот мы каждый день дышим, да? И каждый день кушаем. А вот Махапрабху, он попросил нас распространять это движение, да? Это же имеется в виду, каждый день нужно распространять. Каждый. То есть каждый день нужно совершать Харинама Санкиртан. Каждый. А если мы это не делаем, значит мы не совершаем Югадхарму, да, получается? Если мы это не делаем, мы будем более или менее несчастны. То есть, если мы каждый день не совершаем преданное служение, то гуны материальной природы каждый день совершают свое служение. То есть, если в результате повторения святого имени утром, киртана, там, лекции, мы не вышли в экстазе, то гуны материальной природы говорят, у тебя же нет экстаза. А у нас есть. Меняемся.
И тогда мы что-то возьмем из материального мира. Ну, мы не можем без счастья. Мы возьмем что-то из материального мира. Мы захотим что-то взять из материального мира, понимаете? Так что, ну никак по-другому. Поэтому, если мы очень хорошо не практикуем, то есть, если наша садхана не настолько хороша, чтобы не просто внешняя садхана, да, но внутренняя садхана, когда в результате мы вышли в блаженство, да, то есть мы работали садхана и вышли в блаженство, то мы пойдем в материальный мир. Мы же голодать не можем без счастья. Ну, вот. Либо то, либо это. Не хватает духовного, будем дополнять материальным. Не хватает нас этого блаженства. То есть мы от избытка истины, говорят уста, Иисус говорит, да? Это если мы каждый день не выходим, значит, у нас не хватает этого блаженства, нету такого сильного желания раздавать. Что там? Не прет. Да? Есть два варианта. Есть садхана, когда мы знаем, что это надо делать, но пока еще счастья не испытываем. Ну, то есть, или испытываем, но не полное. И это тоже хорошо, это с уровня разума, мы идем и делаем. Вот. А есть, когда мы уже испытываем счастье, и идем и делаем. Это лучше, ну, естественно. Вот. Но некоторые не делают. То есть есть баджана-нанди и гоштика-нанди. То есть, но все равно в кали-югу баджана-нанди плохо работает. Обязательно нужно выходить, обязательно нужно давать другим сознание Кришны. Тогда Кришна доволен. И Господь Чайтанья это показывает, да, что нужно раздавать. Тогда он доволен, и тогда наш баджан улучшается. Иначе мы просто сами сражаемся конечно, Бог помогает, мы повторяем Его святое имя, но чтобы улучшалось, мы должны еще и другим помогать. Ну, каждый по мере возможности и по степени привязанности к собственному счастью. Так что те, кто выходят и постоянно раздают, вот это самое лучшее. И они очень быстро получат любовь к Богу. До этого было, да. В принципе, вы ответили то, что вот Мукунда Гауранга спрашивал в плане правителей во всех странах, они доставляют страдания живым существам. Но просто дополнить хотел, как бы все правильно было сказано, преданное служение, оно все решает. Просто такой момент, что когда живое существо страдает, оно страдает в результате последствий своих каких-то поступков. То есть это не правитель страны виноват, это не президент храма виноват, это не сосед виноват, не жена, не муж виноват. Нет, просто... последнее вы бы не торопились. Не, оно так все устроено, что как бы вся жизнь устроена с того, что ты получаешь то, что ты заслужил благодаря своим прошлым поступкам. И просто так устроено, что поскольку человек не берет ответственность, не хочет брать, то значит он кого-то крайним будет делать. Обязательно. Вот и все. Ну, обязательно. Вы все ответили. Что... Чаще всего мы виноваты в том, что с нами произошло, но мы говорим, нет, это не моя карма. Это вообще какие-то люди странные меня обманули или у меня что-то отобрали. Нечестно. Да, и я вот от Шрилы Прабхупады слышал вот в двух вариантах, что его спрашивают. Он как-то на прогулке прославлял Кришну, там рассказывал, как он прекрасен, как он устроил все в этом мире. И его спрашивают, а как же так вот люди страдают, болеют, ни с того ни с сего, или еще какие-то проблемы, есть куча проблем. Шрила Прабхупада говорит, а это не Кришна, это вы сами создаете. Правильно, мы да. Это мы сами создаем. Да. И Шичинанданы с вами в его книге, как там, про прощание, как про прощение называется книга. Путь великих прощений, когда он в Гималае. Там он тоже свою ситуацию со Шрилой Прабхупады описывает, там он тоже Шрилы Прабхупады приводит какой-то свой пример из жизни. А как же так? Шрила Прабхупада говорит, ты сам это создал. Это. Угу. И другой момент Шрилы Прабхупада тоже про войну с Пакистаном что-то его спрашивали. Люди гибнут. Как же сострадать им? А Шрила Прабхупада говорит, ну, даже если бы у них не было войны, они бы все равно страдали. Угу. Если бы им запретили воевать, они бы сами это сделали. То есть если Бог пришел бы и сказал, не делайте этого, они бы сказали, нет, мы хотим.
То есть, по сути дела, каждый совершает те поступки, которые, которым склонен, и получает плоды, которые заслужил. Вот в этом и есть гуна благости. Почему человек в гуне благости может оставаться стабильным? Потому что у него есть понимание существующих законов, что законы есть, они работают, они никуда не денутся, знаем мы их или нет. И, то есть все сработает. Поэтому человек в гуне благости совершает благо, благо и понимает, нет смысла ждать. То есть я вот благо совершил, ждать не надо. Оно меня само догонит. Поэтому он думает, зло совершать не надо. Оно догонит. То есть человек понимает в гуне благости устройство этого мира и поэтому совершает благие дела. Без надежды, без ожидания. Потому что смотрите, если мы сейчас совершили благое дело, да, то с нами мы сразу рассчитались и все. Да? А если мы совершили благое дело и оно в будущем, то мы же знаем, кредит, ну и там депозит, да, проценты идут. То есть мы совершили благое дело, и в будущем больше приходит. То есть человек в гуне благости понимает, я делаю просто правильно в соответствии с шастрой, мне не о чем беспокоиться, все, что мне нужно, придет по воле той же самой шастры, по воле проведения. А в гуне страсти человек так не может. Он думает, нет, пока я не схвачу, не спрячу, не растащу по карманам, счастья не будет. А в гуне невежества он думает, пока я других не сделаю несчастными, я сам не стану счастливым. Отобрать и поделить. То есть гуне невежества думает, надо у всех все отобрать и у всех всем поделить. Ну а потом заканчивается то же самое. Опять включаются другие гуны, пошло распределение по-другому и так далее. Поэтому пока правители и сами люди не обладают знанием о том, как жить в соответствии с законами Бога, виновных, все виноваты. Ну, все виноваты. То есть, да, правители это соответствует, ну, людям. Люди соответствуют правителю. Потому что они других не воспримут. Смотрите, сейчас вот, ну, скажите людям, прекратите. Значит, бой не закрываем. Ну, потому что это грех, особенно вот с коровами, да, все, бой не закрываем. Вот правитель такой придет. Водку запрещаем. Наркотики запрещаем. Азартные игры запрещаем. Бунт. Гарантированный, понимаете, бунт этого правителя съедят вместе с его законами. Он ничего не сможет сделать. Люди этого хотят. И поэтому правителям приходится говорить, ну хорошо, но мы вам дадим. А потом результат вот, плачевный для всех. Все должны поменять сознание. Поэтому наша проповедь, ну, нацелена на всех. Все должны поменять сознание. Ценности нельзя привить одному. Да, конечно, хорошо, если кто-то сверху дает какие-то ценности, но их не продавить. До какой-то степени, может быть. Но да, может, были случаи, да, Советский Союз, они запрещали водку, да, значит, на какое-то время там они пытались сухой закон сделать, понимая, что разрушительно. И что, с чем закончилось? Все начали скупать сахар, гнать самогон. А потом, когда это началось, бунты начались. Конкретно начались восстания. Как же без водки? Как же без мяса? Ну, не дали, да, не дали. Кто-то, кому-то не дали, кто-то не берет. Полиция Чикаго спросила Шрилу Прабхупаду, что нам делать с преступностью? Такая сильная преступность, бандитский город. Он говорит, дайте нам хорошее здание. Мы будем готовить очень вкусный прасад, да, да, читать о Кришне и петь киртаны. И вы увидите, как через неделю люди будут приходить неделю к нам, через неделю они поменяются. Да. То есть реально хорошее, адекватное решение. Да. Но никто в это не поверил, что это работает. Ну, потому что они делят, они лучше себе эти деньги заберут, чем... Да. Работает, да, ну... Внедрили это не так сильно, как стоило бы. То есть мы можем говорить о том, что нужно делать людям, да? То есть как проповедовать? Мы же не будем говорить, ну вот вы страдаете, сейчас война, вы страдаете за свои кармы греховные, да? Убивали, ели мясо, там, занимались развратом и так дальше. Но мы же не говорим так, потому что это их напряжет. Мы говорим, пожалуйста, задумайтесь, вот все войны из-за того, что много грехов. И как очиститься, мы даем им путь, как очиститься.
А уже они принимают или не принимают, это уже... Без сомнения, да. Ну, поэтому преданные очень добрые, они поют, танцуют, книжки раздают, еду раздают бесплатно. Вот. Один преданный сказал в начале войны, он сказал, что эта война началась из-за того, что мы плохо проповедуем. То есть вот такое настроение, как бы смиренное. Ну, как бы... Ну, правильно, настроение, да. Чистого преданного, да? То да, есть... он во всем обвиняет себя. Материалист во всем обвиняет других. Преданный обвиняет себя. Все нормально, так и есть. Преданный думает, я недостаточно много сделал для того, чтобы люди были счастливы. А материалист думает, люди недостаточно много сделали, чтобы я был счастлив. Вот это называется служение. То есть, когда мы понимаем, что мы слуги, и наша задача делать других счастливыми, и у нас есть совершенный метод, тогда это преданный. А если он думает, что это я вот стал преданным, а никто мне не служит, не делают меня счастливыми, тут вокруг меня не бегают, не прославляют, то это вот материалист преданный. Да? То есть он уже вроде бы и преданный, но еще материалист. Потому что цель — собственное наслаждение, я наслаждающийся. С помощью религии, да сколько угодно, можно и с помощью религии наслаждаться. Законы Бога? Отлично. Буду следовать и наслаждаться. Ой, я извиняюсь. Хари Кришна. Время бежит. Хари Кришна, всем спасибо, кто принимал участие в обсуждении, кто не принимал, но не спал при этом. Хари Кришна. Спасибо.